7 января в 7 часов вечера молодой человек прогуливается по магазину «Магнит» на Ломоносова, 107. По всей видимости, ищет, чем наживиться. Подходит к полке и берет с нее 10 флаконов шампунем на сумму 2600 рублей. Затем, не спеша, покидает магазин. По факту кражи в полиции возбудили уголовное дело. Подозревается молодой человек в черно-синей куртке. Спереди на куртке надпись белого цвета «Раша». С собой был черный рюкзак с логотипом Nike. Хранители правопорядка просят тех, кто узнал подозреваемого, позвонить в полицию по телефону, указанному на экране.